Я встаю утречком и иду в мастерскую. Примерно так выглядит мой день, который сегодня я вам покажу. Тут постоянно что-то растет, то есть сезон такой, и будут расти магнолии, зацветать. Вот, например, сейчас был 2 недели сезон, когда розы цвели. Я просто ходила и нюхала каждый раз. Подходила к цветочкам, и так аромат прекрасный. Вот осталось только парочка штучек. Но это, конечно, чудесно, когда вся улица осыпана разными сортами, цветами роз. Это все дело подкрепляется вид, панорама на город, который я вам сейчас покажу. И это просто прекрасно. Парад. Университет находится прямо в центре. Вот два здания, это графика. Вот здесь вот главная площадь, где обычно проходят ярмарки, эти рынки, как они называются, выходные дни. Вот, я вот так дохожу пешком, это где-то 2 километра, вот мне было в кайф ходить все это время, как бы в удовольствие, потому что виды, меняются картинки и очень-очень красиво. Вот, сейчас мы подходим к моему университету, где я обычно работаю. Перед тем, как я иду вот эти 2 километра, там есть магазин, в который я захожу, покупаю себе там, я не знаю, булочку, могу бутерброд, йогурт какой-нибудь и что-то попить. Это выходит примерно 4 евро. Да, товарищи, 4 евро за булочку и кефир, что-то типа того. Ну, вот такая жизнь богатая, точнее, бедная. Здесь у нас во дворе этого университета есть для велосипедов всякие штучки. А двери у нас открываются вот такими нашими картами. Это точнее на любой этаж. Здесь Европа. На первом этаже у нас керамика. На втором этаже, то бишь третьем, это... Что это? Это живопись, мой факультет, на который мы сейчас идем. Мастерские по живописи расположились на всем 3-м этаже. Также небольшая его часть занимает экспериментальное искусство, которое мы с вами посмотрим и заглянем в каждую мастерскую живописи. И что интересно, каждая из мастерских имеет свое название «Прадо».
джентилясти. Не знаю, правильно я прочитала. В общем, это моя мастерская. Здесь два человека находятся. Это такие у нас ящики, где можно работу хранить. Очень удобно. Мега просто. Здесь еще был один человек, но она переехала в другую мастерскую. Здесь один. Смотрите, сколько пространства. Ну, это же просто комната целая. Здесь один. Ну, и тут один. Я. Вот здесь у нас хранятся такие работы, которые можно положить в формате, ну, не знаю, до 5 сантиметров. Это ребята огромные холсты натянули, они просто огроменные. Тут, как, я не знаю, две двери вот такие полностью. И вот у каждого есть такой кусочек, где люди... Вот у каждого есть по столику и по такому пространству, где люди рисуют, пишут. Вот девчонка на такую тему очень как будто бы к деревням. Отходящий. Здесь вот человек, он почему-то не приходит, но вот это его пространство и мое пространство. И у нас есть умывальник, чему я очень рада, потому что они везде есть. А здесь у нас зал экспериментального искусства, где мы вечерами иногда смотрели кино с проектором. Вот это. Я больше люблю делать свои холсты, но иногда у меня нет времени и столько финансов. И я покупаю в магазинах художественных. Все покупанные холсты я прогрунтовываю еще раз специальным медиумом, который можете увидеть в следующем видео. Вот и наступает вечер. В прекрасном городе Линц. Нужно возвращаться домой обратно. Вечером, как видите, вот академия. Вечером. Я бы, если честно, тут уже 12:05 следующего дня. Но в целом, вот. Вот так они и проходили мои денёчки. Я просто сидела практически с утра до вечера. С утра до вечера. В мастерской кайфовала, потому что сидела в очень удобной мастерской, рисовала и все.